Всем привет! Сегодня у нас распаковка товаров из IKEA. В этот раз мы накупили много мелочевки и докупили корзины и каркасы для гардероба. И это все нам вышло в 16 тысяч. Итак, что же мы купили? Во-первых, мы взяли комплект постельного белья и пододеяльник к нему. На наш диван подходит самый большой размер, поэтому мы купили его. Постельное белье из сатина, и у пододеяльника по всей длине есть пуговицы, и это очень удобно, его можно легко и быстро заправить. На постельном белье мы уже спали и даже стирали его один раз, оно нам очень понравилось, и я думаю, что мы купим точно такое же, но другого цвета. Кроме постельного белья мы взяли одеяло. Я давно мечтала купить теплое тяжелое одеяло, под которым будет классно, комфортно спать зимой. Одеяло просто огромное, оно размером 2 на 2 метра, мы помещаемся под ним вдвоем, и хотя Женя себе купил другое, вот такое вот прохладное одеяло, он все равно спит под моим. Теперь расскажу про прохладное одеяло, вот такое, мы его взяли, потому что оно стоило всего 120 рублей по карте IKEA Family, и под ним классно спать летом, оно очень тонкое и легкое. Так, еще мы взяли вот такие вот искусственные цветы, в основном для того, чтобы снимать с ними красивые видео. Цветы и вазы продаются отдельно. Вот такие цветы и вазочка, и зелень, и вот такой горшочек. Еще я всегда беру в IKEA вот такие вот контейнеры. Мне кажется, они очень нужны на кухне, и их всегда не хватает. Я в них обычно перекладываю готовые продукты для хранения в холодильнике или использую при транспортировке. В них удобно сложить какой-то салатик и отвезти его на дачу. Но думаю, вы и сами знаете, что с ними делать. Если контейнеры берем постоянно, то вот эти палочки мы купили в первый раз. Я даже не знаю, что это такое и для чего они нужны. Но мы взяли их в первую очередь для декора и для съемки красивых видосиков. Мне кажется, они еще вкусно пахнут, но надо открыть и проверить. Из посуды мы взяли вот такую прозрачную миску, вазочку, маленькую миску и белую классическую тарелку. Вот она. В принципе, всю эту посуду мы купили не для еды, а для съемки рецептов, потому что на белой тарелке можно делать классные фотографии. Стеклянную посуду мы используем для съемок видеорецептов, потому что она прозрачная и с ней можно делать красивые кадры. А вот эту штуку мы взяли уже для себя. Это контейнер для хранения в холодильнике. Я давно хотела купить такой, но он стоит недешево, поэтому мы взяли одну штуку, попробуем, потестим, и если понравится, купим еще несколько. Видела много картинок в интернете, что в такие контейнеры удобно ставить баночки, фрукты, зелень и так далее, чтобы в холодильнике всегда был порядок. Кстати, на большой стеклянной миске дома мы заметили два скола. Я не знаю, где это случилось, в магазине или же пока мы везли эту миску домой, но будьте внимательны при покупке, обращайте внимание на края стеклянной посуды. Еще мы купили вот такой держатель для туалетной бумаги. Сейчас я его открою и посмотрю, что там. Упаковали так хорошо, что с помощью ногтей открыть не удалось, и муж принес мне ножик. Главное не порезаться. Это я умею. Забыла. Кажется, все. Так. Здесь есть сам держатель и к нему инструкция. Инструкция для держателя. В этом вся IKEA. Вот так он выглядит. Обычный, черненький, простой. Все, как я люблю. В прошлую нашу поездку в IKEA мы купили гардеробную систему, я показывала ее на видео и даже писала статью. Мы ее привезли домой, собрали и поняли, что от конца гардероба до потолка остается очень много места, и поэтому мы решили докупить еще ящиков, точнее проволочных корзин, вот таких. К корзинам еще были нужны каркасы. Сегодня, я думаю, дособираем гардеробную, и я вам обязательно покажу, как она выглядит в законченном виде. Гардеробные мы взяли еще вот такие вешалки. Мне кажется, вешалок, как и контейнеров, всегда не хватает. Мы берем их каждый раз, когда едем в IKEA. Вот, они продаются по сколько штук? Они продаются по 10 штук и стоят всего около 100 рублей. И также в гардеробную мы решили взять вот такую штангу.
и к ней крепеж для того, чтобы немножко отделить гардеробную зону, чтобы туда летело меньше пыли. Правда, я хотела отделить сам гардероб, но муж решил повесить шторку при входе. Вот как раз у нас освободилась корзина, и я могу показать ее поближе. Вот она такая большая, в нее влезает очень много вещей. Они удобные, сразу видно, что там лежит, и хорошо, удобно выдвигаются. Вот такие покупки у нас случились в этот раз в Икее. Я отмечу, что ничего лишнего мы не взяли, мы покупали все строго по списку, кроме вот этих палочек. Надеюсь, распаковка вам понравилась. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.